Сургутяне смогут поставить прививку от коронавируса во время прогулки. Завтра мобильный пункт вакцинации развернут в парке за Саймой. Прививки уже ставят в крупных торговых центрах. Кабинет вакцинации по выходным выезжает в дачные кооперативы, а на неделе медики прививают сургутян во дворах. Врачи призывают югорчан как можно быстрее поставить вакцину от коронавируса. Дело в том, что количество заболевших в округе стало расти. С начала недели в регионе зарегистрировали 313 ковид-положительных. На прошлой неделе заболел 241 человек. В Сургуте снова разворачивают ковидный госпиталь. 150 коек уже не хватает, чтобы принять всех пациентов с тяжелым течением болезни. Остановить рост заболеваемости, по мнению медиков, может иммунная прослойка. На сегодня вакцинацию от коронавируса закончили более 35% югорчан. Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с авианалетом. Когда идет авианалет, знаете, предлагают всем спастись в бомбоубежище. Вот вакцинация – это бомбоубежище. Если вы не пройдете в бомбоубежище, никакое деревце вас не спасет, ни зонтик не спасет, ни молитвы вас, ничего не спасет от авианалета.